Oh. Немного биографии. Кем бы мы были, если бы не Битлз? 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 Но года четыре, потянув такую резину, Антон с Вадимом неожиданно для себя опять бы вернулись к музыке и словам и друг с другом стали рассказывать истории наподобие этой. Thank you.
длинная автобиография. А я? О работе немного. И обо всем. Сидит и пишет.
облажаться в больнице и семьи. Доброе утро шагают к подстольным беседам, не такими уж добрыми вечерами. Холод на голове, деревья все меньше и меньше. Белочки и хомячки тащатся по колесам и клеткам. Бутылки и женщины текут. Драконы улетают на юг и сгорают в плотных слоях атмосферы. Наверное, как электрические стулья в газовой камере в Челсморте в 2012 году. Невидимых глазу, потому что Антон их не видит, а видит он, что данная визуальная концепция соединяет строгую сдержанность с легкостью и открытостью, а диагональные линии дают ей и так далее. Давай.
по имени Дима, 33 лет, который увидел на Лиговском прозрачный пакетик с комплементарной застежкой и с неизвестным порошком непонятного цвета. Подумал, почему бы не взять. А через 3 минуты взяли его вместе с порошком. Похоже, Диму это не удивило. Похоже, он мало чему удивлялся. Делая все, как просят, располагая руки в требуемых местах, не суетясь, отвечая по существу. Есть что? Есть что? Да, немного. 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 И так далее. Перед шоу, на которое был приглашен я и еще один такой же случайный ответственный гражданин. Копались в бумагах, оформляли, писали, а потом мы все-таки стали смотреть. Дима раздевался медленно, деловито. Стриптиз так себе, унылый, вы, наверное, знаете. Карман за карманом, носок за носком, все не слишком модное. Надо бы постирать. Пакетик этот появился в процессе. Мы все пришли к мнению, что порошок, скорее всего, коричневый. Я в этом не очень секу. Остаток вечера.
Да, сейчас будет история, где я встречаюсь с собой десятилетней давности. Дрели, куда попало, коллектив, в котором мы участвовали, играли, в том числе с Сашей, с прекрасной ртутью. Да. Но как бы вот и так. Это будет такой автокавер, что ли, на одну из дрелевских вещей, если у композитора включится звук. Будем тут шутить про маленькую техническую неполадку. Извините, маленькая техническая неполадка. Немного переиграли тему, сейчас другую исполним, а это, возможно, там придет в себя. Там есть вообще кто-нибудь? Вы молчите, так все. Еще. А, неплохо, да? Как будто декабрь тут. Сейчас будет скорее химера. Это будет похоже на какой-то лито молодой петербуржец. Thank you.
точно не знаю, как это последнее движение сделать. Да ладно уже. Давай еще раз. Попробуем еще раз предыдущую вещицу. Может получится. Отжимаясь от нагретого пола квартиры, где живу я, мама и брат, в отсутствии смерти с любовью сжимаю зубы, повторяю движения и нюхаю пол. Я похож на мягкого зверя, я больше не плачу, я грустно рычу. Вечерами в метро ко мне прислоняются двери и хлопают двери меня по плечу. Чувак, ты еще не забыл, что проспект Ветеранов направо? Чувак, я еще не забыл. Я помню также, что жизнь хороша, как отрава. Я помню, что каждый из нас воевал, умирал и любил. А впрочем, чувак, я не знаю, где право, где лево. И были ли ночи и дни так безнадежно светлы, когда мы коптили высокое синее небо, разгружали машины, корчили рожи и много писали в столы. Мы сделаны все из такого веселого теста. Книжные буквы нам кажутся звездным дождем. Мы знаем еще, что Евразия — модное место, и мы никогда никуда от нее не уйдем. На солнечном этом полу, в отсутствии Бога, большое сердитое небо спустилось ко мне. Весна, идиот, весне дорогу, а я уже все, что дорого, отдал весне. Весна, идиот, весне дорога.
А я уже все, что дорого, отдал весне. Не были готовы к такому минималу, но... А включи начало. А сейчас просто продемонстрируем, как она должна была звучать. Буквально... От нагретого пола квартиры, где живу я, мама и брат, в отсутствии смерти с любовью сжимаю зубы, повторяю движения и нюхаю пол. Я похож на мягкого зверя, я больше не плачу, я грустно рычу. Вечерами в метро ко мне прислоняются двери и хлопают двери меня по плечу. Чувак, ты еще не забыл, что проспект ветеранов направо? Чувак, я еще не забыл. Я помню также, что жизнь хороша, как отрава. Я помню, что каждый из нас воевал, умирал и любил. А впрочем, чувак, я не знаю, где право, где лево. Не были ли многие дни так безнадежно светлы, когда мы коптили высокое синее небо? Разгружали машины, корчили розы и много писали столы. Мы тело носили с такого веселого теста. Книжные вопли нам кажутся звездным дождем. Мы знаем еще, что Евразия — модное место, и мы никогда никуда от нее не уйдем. На солнечном этом полу в отсутствии Бога большое сердитое небо спустилось ко мне. Напоследок. О 90-х. Она будет немного сужена. До двух, трех, четырех персонажей. Дорогие Чип и Дейл, пожалуйста, спешите мне на помощь. Меня зовут Антон. Я тут разрушаю встречных ангелов. Или это красные и зеленые человечки у переходов?
Кати и Вите. Или это я сам такой человечек, только не такой. Не хочу я ни ждать, ни идти. За углом другие углы, за амбразурами опять амбразуры. В любом случае, если вы не поспешите, в этом гиблом месте мало кто и что останется. Никаких зрителей. Вам это надо? Остановите меня, пока не поздно, а то я все здесь разнесу. Не нравится мне все это. Хуже всего воскресенье. Столько времени, только и смотришь на стену, только и думаешь, что за воскресеньями другая преисподняя. Еще и квартира сжимается постоянно. Ужас просто. Скоро жить станет негде. Да в принципе везде негде жить. Мир на глазах улетучивается. Только и царапаешь на его обглоданных костях Чипу и Дейлу. My name is Anton. Или Анатолий. Или Анатолий. А если я Анатолий, ничья помощь мне не нужна. Себя спасайте, уёбки. Свои головы суйте в электричество. Я ж без конца вам об этом пишу. В разных сетях, на разных ваших языках вавилонских. Держитесь там, молитесь, тряситесь. Монархию восстанавливайте. Святое, непосильно нажитое дело защищайте. Запрещайте оставшиеся. Уберегайте детей. Грузите ценности. Меня не троньте. Я в порядке. А так как я на самом деле не то чтобы в порядке, значит, на самом деле все-таки Антон. Хотя иногда мне кажется, и тогда с новой силой приходится рвать и метать, и метаться, что Анатолий – мое второе имя. Как Джекил и Хайд, как Фридрих и Карл, как Пол и Джон, как Чип и Дейл. Поэтому я о вас вспомнил. Помогите мне из этого выпутаться. Земля больше не пострадает, по крайней мере, от меня. Девчонку, толстяка и мелкого не берите. Они не в моем вкусе. Вы – другое дело. С вами я спасен. Отдаю себе отчет, что вас не стало еще в 90-м. В принципе, здесь вообще почти никто не выжил. Вот я до сих пор на месте, с моим настоящим старым добрым дестроем. Плюс какие-то встречные разноцветные человечки. Но и они ненадолго. И они верят в разных умерших или придуманных персонажей. Воистину воскрес, говорят они. Жил, жив и будет жить. И все в таком духе. Чем я хуже, верю в Чипа и Дейла, чем вы хуже. А если и я должен умереть, чтобы вас увидеть, как у нас принято с прочими спасателями, я этого не сделаю. Thank you.
жить. Давайте жить. Давайте жить. Давайте. Спасибо. Жить. Давайте 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 спасибо. Жить. Давайте жить. Давайте жить. Давайте жить. Давайте жить. Хотите давайте еще жить. Вот жить. Давайте 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 жить.